тем, кто находится, да, привет тем, кто находится сейчас удаленно. Так, сейчас я все пошарю. Да, в этот раз, короче, я победил VirtualBox, так что... А, блин, еще классно, ты будешь чуть включить. Отлично. Сюда пришло. Теперь... Вот так, видимо. Так. Куда мне это деть-то? Видно тем, кто в зуме находится, экран? Да, все видно. Ага, отлично. Так, куда мне это деть? Сюда. Так, хорошо. Я вам еще раз... Да, все отлично. А меня слышно, да? Ну, видимо, да, раз на вопрос тут ответил. Мое уважение тем людям, кто добрался до пары. Вот. Не знаю, подкосил ли вас колок, да, у вас по тимцам был. Но просто, что кто-то дошел, кто-то выжил. Рад за вас. А вы ассистируете? И принимаете? Ну, нельзя так говорить. Трансляция отвалилась или что? Ну, походу, да. Да, по-моему. Так, все, должно было. Мы должны были обратно вернуться. Да, уважение тем, я опять начинаю трансляцию того, что говорю кому-то уважение. Уважение тем ассистентам, кто разбирает прошлогодние экзамены. Вот. И контрольные. Это ключ к спасению студентов, которые рассчитывают только на это. Так, ладно. Давайте тогда в этот раз у нас под рукой есть ГДБ. И он даже работает. Вот. Поэтому мы сейчас будем прикалываться опять с сигналами, потому что в тот раз мы не смогли поприкалываться из-за того, что я не смог справиться с компьютером. А вы кстати, видите экран? Да? Или может свет выключить? Или это не выключает? А, это лампа, это дневной свет. Потрясающе. Хорошо. Вот. Поприкалываемся с ГДБ. Посмотрим, что там как происходит. Вот у нас есть программа, которую мы на том семинаре позаимствовали с лекции. Напомню, на всякий случай, что она делает. Она берет какой-то дилей, какую-то строчку, и каждый дилей секунд печатает эту строчку. Вот. И сейчас мы... Ну, да, спит и печатает что-то. Вот. Она будет пытаться делать то, что мы просили, а мы всеми способами будем пытаться ей это сделать, помешать. Вот. Будем всячески убивать и смотреть, что из этого выйдет. Так, давайте, во-первых, я скомпилирую, мы проверим, что это вообще работает. И... Один. Так, ну да, она что-то печатает, выглядит, как будто бы работает. Вот, ее можно просто убить. Если мы сделаем Ctrl-C, вот, но это мы в тот раз проходили, мы знаем, что сигналы,
как можно с помощью шорткатов клавиатуры какие-то сигналы посылать дефолтные. Так, как мы можем с ней еще поступить? Во-первых, мы можем... говорили мы это в прошлый раз. Мы можем ее запустить, и у нас есть сигнал, который называется SigStop. Вот. Давайте, кстати, я в этот раз не мог показать, а в этот раз я могу. Чтобы посмотреть вообще всю инфу про сигналы, вам понадобится 7-я страничка MANA, и которая называется Signal. Вот. И здесь... Так, давайте вот так сделаю. Вот. И здесь можно просто зарыться и хорошо провести там часок, не знаю, разобраться с тем, как работают сигналы. Но важная вещь, которую мы здесь можем увидеть, что у сигнала есть набор действий, которые этот сигнал делает. Он может убить процесс. Он может... Это у процесса, которому посылаем сигнал, может быть несколько реакций на него. Соответственно, он может умереть, может проигнорировать, может сгенерировать корку. Это мы увидим еще. И про это вроде говорила в тот раз. Может его остановить и может... Точнее, может остановиться и может продолжиться. Вот. Также здесь вы можете посмотреть, какие вообще есть в целом сигналы. Если мы сейчас посмотрим. Вот. Здесь есть перечисление всех сигналов и краткое описание того, что эти сигналы вообще делают. И стандарт, в котором они появились. Если вдруг вы будете участвовать в какой-нибудь викторине, и вас будут спрашивать, в каком там стандарте появился такой сигнал, вы сможете всегда это ответить. Так, да. Да, и здесь, кстати, еще написано, какое дефолтное действие на сигнал будет выполнено процессом. Вот. Посмотрим, как мы можем поманипулировать с процессами, со стопом и continue. Вот. Во-первых, стоп мы можем сделать с клавиатуры, мы можем сделать Ctrl-Z и увидеть, что вот процесс теперь стоп, и он приостановился, то есть мы можем его продолжить его выполнение. Если мы посмотрим в процессах, что с ним происходит, это нам нужно сделать... И здесь наш процесс, вот он, a.out, и у него состояние такое, что он, ну, состояние t, значит, он не работает, и если не ошибаюсь, значит, что терминатор, или, ну, неважно, короче, если t, значит, он не, что он приостановлен. Вот. Также мы можем его обратно возобновить. Так, да, получить его. У нас вообще есть несколько способов, как можно взаимодействовать с процессом для сигнала. Во-первых, можно узнать пид процесса и дальше сделать kill по этому пиду. Соответственно, нужен сигнал минус конт в PID равный 30941. Вот. Этот сигнал мы послали, continue, и вот процесс продолжит отчет выводить с того же места, где он остановился. Аналогично, мы можем его прямо отсюда послать, тоже стоп. И он опять стопнулся. Вот, сообщение о стопе выведется как в следующий раз, когда мы обновим оболочку. Здесь у нас нет никакой обработки сигналов, это дефолтная программа, которая на все сигналы дефолтным образом реагирует. То есть где-то еще фишки дальше реагирования на сигналы? Ну, да. Там есть, у нас есть возможность, точнее так, каждый сигнал имеет дефолтное действие, которое он оказывает на программу. То есть он может быть, как я до этого говорил, может быть проигнорирован, может программа остановиться, может еще что-то сделать. Вот, и это, кто именно этим занимается, я не уверен. Ну, наверное, это стандартно делается в C. Сигнал, наверное, таким образом сделать многопроцессные программы,
Ну, вообще, для того, чтобы сделать общую память для... Ну, если мы делаем несколько процессов, то для того, чтобы сделать новый процесс, мы используем fork. И когда используют fork, то дефолтно общая память у них нет общей памяти, потому что они создают новую память. Ну, с помощью copy-on-write, но, тем не менее, у каждого из них своя память. Вот. Да, вот. Если мы сделаем mmap, то да, у них будет общая память, и, по идее, мы можем, да, действительно делать stop и cont, чтобы как-то этим взаимодействовать. Но для этого есть более удобные механизмы. Мы можем стопнуть. Сейчас мы дальше увидим. Есть системный вызов pause, который... Pause, ну, пауза. Вот, который остановит выполнение процесса до тех пор, пока он не придет какой-то сигнал. Вот, ну, есть там более прокачанный пауз, но это дальше посмотрим. Вот, в целом, но это удобнее использовать, чем туда-сюда слать сигналы, остановиться, продолжиться. Но, тем не менее, так тоже можно делать, да. Это один из вариантов, если мы хотим как-то синхронизировать работу процесса. Вот. Но важно, что... Не, ладно, это вот скажу. Так, да, вот мы стопнули, соответственно, этот процесс из... ну, опять его остановили, и можем обратно его воскресить, и он опять начал что-то печатать. Да, при этом вот эта оболочка, где запущен процесс, она не в курсах, что процесс заново запустился, и поэтому, если мы тут будем что-то делать, то оно будет работать, но параллельно там будет что-то выводиться. Вот, чтобы процесс, ну, процесс запущен в бэкграунде. Вот, мы можем его перевести обратно в, на переднее выполнение, набрав fg, это типа foreground, и все, он теперь тут находится, мы можем его просто остановить отсюда. Вот. Кроме этого, мы можем посмотреть сейчас, что будет происходить с процессом, если да. Посмотрим, что такое core dump и для чего он нужен. Я могу сейчас заново запустить. Давайте я скомпилирую получше, чтобы точно все по-красивому работало. Как он называется? Скомпилировал, запустил. И не смог запустить. Теперь смог. Вот. Есть такой сигнал, который... даже не один, а группа сигналов, которые умеют заставлять процесс генерировать специальный core dump. Core dump — это какой-то слепок памяти прямо перед тем, как умрет процесс. Ну, последний момент жизни процесса. И если я сделаю сигнал, который называется quit, и можно, кстати, еще таким способом делать kill-all, и здесь указывать имя. Вот. То мы здесь видим, что программа вышла. То есть он напечатал дефолтно, что с ним произошло. И еще дополнительно приписал, что core dump. Вот. Core dump случится только в том случае, если у нас установлен ulimit. То есть в ulimit должно быть установлен размер этого core dump, который можем записать. Дефолтно он 0, поэтому если мы хотим, чтобы у нас корка генерировалась, то нужно прописать ulimit минус c, отвечает за core dump, и здесь размер в байтах, сколько мы хотим под эту корку отводить в памяти. Вот, если будет 0, то файл не будет сгенерирован. Так, теперь, когда файл появился, мы можем посмотреть, что здесь помимо моих файлов появился еще файл с коркой. И можно в GDB посмотреть, что с ним происходило. GDB, account и core. Вот. Можно увидеть весь трейс вызовов. Если набрать BT, это будет backtrace. И здесь мы видим, что несколько уровней вызовов. Вот. У нас есть уровень нашей программы, где выполнялся main. Потом он попытался из мейна вызвать sleep, а из sleep он еще пытался вызвать nano-sleep, и там он еще что-то пытался вызвать, и в итоге вот у нас такая вот череда вызовов была в тот момент, когда нашу программу убили. Вот. Для чего нам это может быть полезно?
ну, если у нас какая-то большая программа, то мы можем узнать, ну, большая там программа, которую важно узнать, почему она упала. А тут мы сейчас знаем, что это я просто в соседнем терминале ее убил. А в жизни такое может быть неизвестно. И хочется понять вообще, что было с программой, почему она упала и что случилось. Здесь мы видим, что, во-первых, она упала от сигнала SIGMIT, а во-вторых, мы можем еще посмотреть ее состояние последнее, если мы выберем фрейм 3, то есть там, где наш main. И что можем сделать? Можем посмотреть код программы, если мы берем лист. И также можем посмотреть информацию про дефолт, про те значения локальных перемен, которые у нас были. Вот, если я наберу, и это сокращение от info, если я наберу info locals, то вот мы видим, что delay был 1, когда программу убили. Ну, это я при запуске указывал. И counter был равен 40. Правда ли это? И там наверху. Ну да, видимо, он 39 напечатал, его потом убили, и counter остался 40, равен 40. Вот. Таким образом, мы можем использовать... ну да, также мы можем посмотреть состояние регистров, если мы сделаем layout с регистрами, и увидеть, что там находилось в этих регистрах. Здесь немного непривычно для вас регистры, потому что я компилировал не с флагом -M32. Вот тут они 64-битные, но не суть. То есть мы можем посмотреть, что там происходило в программе. Вот. Для этого, собственно, мы нужны core dumps, для того, чтобы мы могли разобраться, что пошло не так, почему программа умерла. Вот. Аналогично мы можем делать и во время жизни программы. То есть я могу... Хотя бы побольше сделаю. Я могу... да, я могу запустить программу, где нужны аргументы. Один и hello, допустим. И вот она начала работать, и она из GDB запущена. И теперь, если я буду ей кидать... Не видно. Если я буду ей кидать какие-то сигналы, то GDB будет писать, что вот такой сигнал пришел. Какой сигнал можем кинуть? Ну, давайте самую ультимейт кинем, убьем просто ее. И вот... GDB написал, что наша программа убита SIGKILL. Вот так вот. Да, но файл исходника мы не стерли, потому что можем... Да, мы можем назвать R заново, и он опять запустится. Вот, так что файл исходника на месте. Ну, да, выглядит пафосно. Так. Стопы. Да. Ну, тут, да, можно еще раз, как открыть core dump файл? Какой команды? Так, вопрос, как открыть core dump файл. Если мы хотим открыть его с GDB и походить, как мы ходили, нужен, во-первых, запустить GDB, дальше указать бинарник, в нашем случае это a.out, и указать core файл. В нашем случае он core. Вот. И все. Вот мы находимся в состоянии, когда мы можем что-то с ним делать. Ну и дальше можно там посмотреть backtrace и что-то там дальше с ним поделать. Вот. То есть команда выглядит вот так. Спасибо. Хорошо. Так. Какие-то есть предложения по приколам или идем дальше? Можем еще что-то посмотреть по этому поводу? Нет? Ладно, давайте пойдем дальше. Также с... да. Теперь мы уже добавим обработчик сигналов. Это обработчик сигналов... Ну, то есть программа та же самая, только теперь здесь есть обработчик сигналов. Он с прошлого семинара. И тут эта программа каждый раз будет получать сигнал SIGINT. Надеюсь, вы помните, да, как работает SIGACTION, не нужно заново говорить. Или нужно повторить?
Ну, хорошо. Если не помнишь, можно сказать. Я могу заново сказать. Это не такой какой-то супер. Давай. Хуже не будет. Да, хорошо. А в Zoom тоже говорят, что хуже не будет. А, и я, кстати, покажу вам нормальный мануал по SEO Action, а не тот, который вчера смотрели. Так, SEO Action позволяет настроить какие-то действия, которые программа будет делать, если пришел сигнал. И структура SEO Action имеет следующий вид. Нас здесь интересует следующее. Основное, что нас здесь интересует, это вот эти вот два войда и флаги. У нас мы можем задать функцию обработчика, которая запустится в тот момент, когда придет сигнал. Функция обработчика может быть вот такая, она стандартная, простая, и есть функция обработчика расширенная, в которой придет какая-то дополнительная информация. Вот. Для того, чтобы вызвалась расширенная функция, мы должны в флагах передать специальный флаг, который называется sa-siginfo. Вот. И аргументом этих функций является так. Да, в общем, нам нужно указать. Так, да. Мы ставим такую структуру. Можно ее тут увидеть. Вот она. Заполняем ее информацией, которую мы хотим. И, ну, соответственно, выставляем туда флаги, выставляем обработчик, который нужен. И дальше мы должны с помощью системного вызова SIGACTION этой структуре сопоставить сигнал, на который будет вызываться один из обработчиков, который мы установили. Ну, наверное, это самое важное, что нужно про это знать. Вот. Ну, в любом случае, можно обратиться в мануал и посмотреть, что там происходит. В данном случае мы выставляем хендлер, обычный хендлер, вот эту вот функцию, которая напечатает что-то в testedout, и после этого прекратится выполнение этой функции и продолжится дальше печататься. Вот это то, что мы с printf тут печатаем. Да. И этот обработчик будет вызываться на сигнал sigint. Вот. То, что тут написано. Теперь, если я скомпилирую, давайте опять с отладочными символами скомпилирую. Да, если мы хотим, чтобы в BDB красиво все выглядело, чтобы мы могли понимать, какая функция, чтобы мы могли смотреть код функций, чтобы мы могли вот так вот удобно ходить по нему, то нужно компилировать с отладочными символами. Чтобы это сделать, нужно скомпилировать с опцией минус G. Ну, я еще минус 0 добавлю, чтобы ничего неожиданного не произошло. И так, и теперь если я запущу один, то да, вот она продолжает печатать то, что ее попросили. Но теперь, если я буду жать Ctrl-C, то она печатает год сигнал. То есть она не останавливается, как предыдущая программа, а получает сигнал, заходит в этот обработчик и печатает что-то в sdout и продолжает выполнение. Вот, то есть теперь ее не так просто убить отсюда, но мы все равно можем сделать kill a.out и его сигтермом замочит. Вот, то есть можно даже флаг не указывать, сигнал не указывать явно. В случае вот этого обработчика, оно ведь не параллельно это делает, оно прерывается и выполняет вот эту функцию, да? Да, вопрос по обработчику в Zoom параллельно, не параллельно происходит. Это происходит не параллельно. Сейчас мы как раз в этом убедимся. А какой механизм вообще того, как происходит обработка сигналов? У программы есть два возможных мода, в котором они исполняются. Это может быть юзер-мод, когда исполняется код, который мы написали,
и kernel mode, когда выполняются какие-то системные вызовы, где мы ядро просим чего-то для нас сделать. Вот. И каждый раз, когда ядро, когда наша программа переходит из kernel mode в user mode, ядро проверяет, какие сигналы успели прийти за это время. И если какие-то сигналы пришли, то ядро просто берет и вкорячивает в код, код обработчику. Вот. Сейчас мы увидим, как это будет выглядеть. И поэтому как раз мы обсуждали в тот раз, что нельзя в обработчике делать print, потому что он просто грубо влезает в стек и может там произойти что-то, что мы не ожидаем, что произойдет. Вот. Безопасно можно системные вызовы делать. Да, штуки, которые можно безопасно делать, находятся в... Сейчас я опять забыл, как это называется. У меня это записано. Я все найду. По-моему, там сигнал. Смотрите. О, невероятно. Да, здесь есть, кажется, да, вот здесь есть набор системных вызовов, которые можно безопасно делать в обработчике. Вот. Так что, если вы сомневаетесь, что можно туда пихать, можете просто заходить в Signal Safety и смотреть, какие функции можно безопасно там использовать. Так, да, сейчас посмотрим, как у нас происходит, что у нас происходит со стеком в этот момент. Так, как мы это сделаем? Я сделаю, давайте, GDB. Нет, давайте еще посмотрим, как можно еще один способ зайти в GDB. Я могу запустить программу. Побольше GDB и hello. Теперь на каждые 2 секунды печатает hello. И можно сделать следующим образом. Мы можем посмотреть, какой бит у программы. Вот такой нет. Процесса и сделать GDB P и ее бит 640. Так, вот. Теперь у меня внизу открыт GDB, а наверху исполняется программа. И мы можем сделать следующее. Мы можем посмотреть. Терминал в терминале. В терминале, в терминале. Так, я могу сделать лист. И да, вот наша программа. И если я поставлю breakpoint на handler, то есть это для этого мне нужно сделать B7. И теперь 7 это номер строчки, в которой будет стоять break. Если я сделаю continue, то она будет продолжать печататься до тех пор, пока... Да, вот она продолжает печататься до тех пор, пока мы не пришлем какой-нибудь сигнал. Сигнал — это сигн, вот, который мы там и обрабатываем. Q-32640. Вот, пришел сигнал. И из-за того, что мы просили GDB остановиться в том месте, он остановился. И мы можем посмотреть бэктрейс. Так, по идее, мы должны были увидеть здесь, что нам вкорячился сигнал, обработчик, но...
Почему-то мы это не видим. Ладно, происходит какая-то катастрофа. Сейчас подумаю, почему так. Ну ладно, давайте забьем. У меня вены с башкой происходят. Ну да ладно. Сейчас мы тогда позже увидим, как это будет выглядеть. Так, в любом случае, мы увидели, что мы можем выставить обработчик и делать какие-то действия при приходе сигнала. Вот, это был тот раз. Так что это не так важно. Вот. Теперь мы еще можем выставить вот этот прокачанный обработчик, про который мы могли видеть в мануале. Да, вот этот обработчик, который уже называется не SA-Handler, а SA-SIG-Action. Вот. Для того, чтобы выставлять, нам нужно поставить флаг SA-SIG-Info. И как только мы это сделаем, мы сможем получать какие-то дополнительные плюшки от какую-то дополнительную информацию от... Что еще раз? Ну, это си, у него нет, как называется, полиморфизма. То есть мы не можем одним и тем же именем назвать функции с разными аргументами. Вот, поэтому, поскольку у нас аргументы разные, то да, можете оставаться. Ладно. А поскольку у нас аргументы разные, то нам и название функции нужно разное. Вот, а аргументы действительно разные. Потому что здесь нам еще нужно передать, если раньше мы передавали только int, куда приходил номер сигнала, теперь мы передаем еще специальную структуру, откуда мы возьмем какую-то дополнительную информацию, и еще одно поле, которое нам не нужно будет, это для супер-про-юзеров. Вот, мы оттуда полезно ничего не сможем сейчас получить. Вот, а что можем получить из этого, из этой структуры, когда нам придет сигнал? Если мы... А, да, кстати, еще важно, что... нужно сюда выставлять, то есть мы нелегально делать вот так вот. Вот если бы здесь был какой-то handler 2. Вот, одновременно и SIG-Action handler выставлять нельзя, потому что это может какой-то я не уверен, что будет UB. Вот. Но что-то может пойти не так, об этом написано даже в документации. Вот. То есть нужно четко понимать, что мы ставим или один обработчик, или другой обработчик. Вот. Одновременно это делать нелегально. Так. Так, если мы теперь... Как это называется? Сигин. Вот эта структура SIG-info-T и вот это вот большой список всей информации, которую мы можем оттуда получить. Тут мы можем получить номер сигнала, RNO, PID, то, что мы сейчас как раз будем получать. Ну и какую-то кучу еще дополнительной информации. Вот, огромную структуру. Вот, поэтому если мы хотим какое-то умное, особенно умное поведение от программы, можно использовать этот handler. Вот это пример, как его использовать. И давайте посмотрим, что он действительно напечатает.
Обратите внимание, что принтов нельзя использовать в хендлере. Вот, это тут сделано так, чтобы просто не умереть, писать все через write. Так, да, если я сделаю... Так, у нас дальше. Да, вот он каждую секунду печатает Hello World. И теперь, если я его убью сегментом, тогда, то для него этот процесс родитель, поэтому он пишет 0. А если мы убьем его отсюда сегментом, минус... Hello, минус int. А вы не видите, на что я там пишу. Вот я пишу. Вот, то он напечатал PID. PID того, кто пытался его убить. Я еще раз напечатаю и стукну его. Вот, PID того, кто пытался его убить. И мы можем проверить, если мы сделаем ICO bash PID, то это не тот. А, да, это не тот, потому что это PID программы Killall. Вот, а если бы я сейчас я его возобновлю. Да, я уже наступал на этот прикол. А если я ему сделаю... Да, вот он ожил обратно. И... Потому что Killall — такая-то программа. Вот, а чтобы нам узнать PID, нужно прям системным вызовом его замочить. Если я сделал kill int 3 3 4 9 2, и здесь стопнем, то вот он указал нам, что процесс, который убил, имел, ну, который не который убил, а который пытался убить, от которого пришел сигнал sigint, он имел PID 15737. И если мы посмотрим PID процесса, откуда мы реально пытались его убить, то вот он совпадает в этот раз. Вот. То есть таким образом мы можем узнать, кто пытался нас убить, и, ну, или не убить, или просто как-то взаимодействовать с нами через сигналы. И на основе этого делать какие-то действия. Например, могли здесь какой-нибудь if написать. Да, могли здесь какой-то if написать, и в зависимости от того, кто нас пытался, кто нам передавал сигнал, делать разные действия. Кроме этого, мы могли бы, например, узнать, что за пользователь это делал, то есть, ну, от имени чего пользователя это делалось. Мы можем узнать здесь UID. И давайте я здесь сделаю. И... И теперь, если мы это скомпилируем, допустим, то хочется верить, что мы будем получать теперь сообщение с двумя ID-шниками. Так, нужно знать ID теперь. Почему так? Почему два? Ну, казалось бы, убили. Ладно, давайте я просто... Теперь это я сделаю. Он чуть-чуть жив. Ну ладно, давайте.
он улегся. А теперь давайте сделаем. Да, да, понятно. А, так, теперь запустим. Он печатает. А, давайте проверим, что он один. Да, спасибо, он один. И теперь, если я сделаю ему kill сигнитом, то есть минус int 3, 3, 9, 4, 5. Вот я вот здесь вот посмотрел его. То вот он вывел. А, тот он не убивался, потому что мы его стоп сделали. Вот в чем проблема. И ему не доходил сигнал. То есть ему бы пришел сигнал, только если бы мы его продолжили выполнение. А, за исключением сигнала kill. Вот. Так, мы видим, что ID, из которого его убивали, это тот самый ID, который мы и ожидали. И теперь UID это 1000. Проверим, что действительно мой UID. Если я сделаю ID минус U, да, то вот мой ID это 1000. Вот, можно также вообще всю информацию про ID посмотреть. Здесь и UID. Да. Вот, и ID группы еще есть. И так далее. Да, также, если я его обратно оживлю, если бы я убил его сюда, то есть я его сейчас убью sudo kill, он помер, и UID у sudo, ну, что это нужно? Вот, и UID у sudo 0, потому что это главный пользователь, его ID-шник равен нулю. Вот, возможно, кстати, если я сделаю вот этот же вызов только сюда, да, вот он пишет 0. Вот, таким образом мы можем узнавать, например, кто нас убил. Вот, тоже с помощью вот этой вот расширенной структуры для SIGINFO. Так, ну и там еще какую-то дополнительную инфу. Какие-то вопросы по этому поводу есть? На семинаре, который мы сейчас разберем? Да. А, до этого, да, была функция, которая sahandler. Вот. Принципиально отличается тем, что вот это вот, то есть мы можем задать вот здесь вот один из обработчиков, или sahandler, или sahsecaction. Вот, и они ожидают, что им туда положат какую-то функцию. SA-хендлер ожидает, что функция будет иметь такую сигнатуру, то есть это будет какая-то void-функция, у которой внутри будет int. Вот. А SA-фигэкшн ожидает, что функцию, которую в него передадут, будет иметь вот такую более хитрую сигнатуру, то есть она будет не только int, там еще будет два указателя, причем один из указателей на другую специальную структуру. Вот. И да, и в зависимости от того, какой обработчик мы поставим, то есть или мы положим это в sahandler или в sahsecaction, в зависимости от этого нам будут доступны те или иные функции. Вот. Да. Угу. То есть если бы мы... Причем, кстати, если... Да, но в SIGINFO мы можем положить только функцию с вот такой вот сигнатурой. А в Handler только функцию с сигнатурой, в которой принимает int. Вот, то есть он будет вызывать ту функцию, которую мы передали, но нужно нужную функцию передать. Вот, если здесь SIGINFO поменяю на Handler, то вообще почта верит, что не скомпилируется. Да, вот он не скомпилируется, потому что он вообще другую функцию хотел там увидеть. Другой сигнатуры. А хорошо. Можно кратко, для чего все-таки нужна void звездочка unused? Так, да, для чего нужна void звездочка unused? Давайте мы прочитаем в этом мануале. По-моему, даже в мануале сказано, что не запаривайтесь, это не для вас сделано. Ну, сейчас давайте посмотрим. Так, нам нужен... Action.
Да, вот он третьим. Он, получается, принимает сигнал, принимает указатель на структуру, которую он заполнить нужно, и указатель на контекст. Что этот контекст делает? Ну, вот он сохраняет на какой-то контекст со стека ядра. Вот. Здрасте. Все это не наше? А сейчас пара здесь, да, приходит? Будет приходить. А, прикольно. Возможно, да. А у нас другая забронирована, что ли? На нас? А, так, да, давайте тогда убегать в другую аудиторию, действительно. Простите. Возвращаемся обратно. Шарим экран. Все. Так, да, мы разбирались, что делает view контекст. А меня слышно, да, там на Zoom? Да, все хорошо. Все, круто. Да, в общем, укладку это контекст, и тут сказано, что обычно никто это, ну, обычно это не использует, так что вам можно тоже не запариться по этому поводу. Вот. Хорошо, спасибо. Так, хорошо. Какие-то еще вопросы по этому поводу? Ладно, давайте пойдем дальше. Дальше. Да, вот, дальше. Если помните эту программу, там, где... А помните кто-то? Мы, в общем, спамили сигнал и неожиданным образом ввели себе счетчики. Вот, то есть здесь есть структура с полями ABC. И мы эти ABC меняем и из основной программы, и из обработчика сигналов.
Так, и если я ее скомпилирую, давайте сразу так сделаю. И запустим. Вот, то она печатает чиселки, но когда мы можем убить... А, другой сигнал. А если я сделаю kill минус user1, потому что мы обрабатываем весь сигнал siguser1, и ее PID, соответственно, вот тут мы печатаем 3, 4, 8, 7, 7. То вот мы попали в рабочих сигналах, и увеличился счетчик. Причем, видите, он не атомарно увеличился, ну, в следующих строчках. И в тот раз мы видели, что если я просто заспамлю этим сигналом, то он будет вообще по-тупому увеличиваться. То есть он, вот он, успевает увеличиться, а дальше ничего не успевает сделать. Вот. При этом, если я его теперь тут остановлю и теперь зайду в GDB, GDB минус P. А зачем здесь надо было суда? А он там пытается какой-то стенный вызов сделать и не может. Не знаю, я, если честно, я с этим не разбирался. Он просто сказал, что не может, и я добавил суда. Простите. Так, что я хотел? А, да, мы хотели посмотреть бэктрейс. И теперь здесь трейс огромный. Он тут состоит из 113 вызовов. То есть вот мы зашли в main, из него зашли в sleep, потом опять пытаюсь вот этот nano-sleep сделать, из него еще какой-то sleep. И после этого... Да, и после этого мы видим, что вот сюда вот вклинился обработчик сигналов. То есть только пришел сигнал, сразу вот сюда вот взял, воткнулся этот обработчик и пошел код этого обработчика. Да, кстати, мы в тот раз не видели его, потому что там не было... Потому что мы видели вот эти вот три вызова, и они были... Точнее, не три вызова, а три записи, которые были как раз кодом рабочего сигнала, и там не было функции, которая позволяет несколько раз заходить в один и тот же рабочий сигнал подряд. Вот, а здесь это уже поправлено, то есть где-то вот у нас no-defer параметр, который говорит, что если мы зашли в обработчик, и к нам пришел еще один такой же сигнал, то нужно опять зайти в этот же обработчик. Вот, до этого такого не было. Поэтому там вот эта заминка была дурацкая. Вот, и мы видим, что вот тут у нас появился обработчик сигнала, потом мы начали во время обработки сигнала вызвался еще один обработчик сигнала, оттуда вызвался еще обработчик сигнала, и вот он так и вызывался целую кучу раз, и в итоге мы имеем, что целых 34 раза, нет, 34, сколько тут, на 23 раза у нас счетчик А обгоняет все остальные счетчики. Вот. Это просто проиллюстрирует то, что мы в тот раз видели, вот, чтобы было понятно, что произошло. Так, если мы сделаем, напечатаем эту структуру, она у нас называется, ну, структура, в которой лежат наши переменные, она называется SD. Если я сделал PSD, то вот они как раз те значения, которые там лежат, но которые мы еще не успели напечатать, видимо. Вот. Так что вот здесь мы как раз можем увидеть то, что я вам хотел до этого показать, что просто обработчик сигнала берет и втыкается в стек, не запаривая, что там у нас до этого на стеке лежало. Вот, поэтому вас так заставляли внимательно следить за всякими указателями в ассемблере, вот, чтобы стек в каждый момент времени был консистентный, чтобы потом, когда вернется функция обратно, чтобы он ничего не умер от этого. Так. Вот. По этому поводу есть какой-то вопрос? Хорошо. Тогда мы выходим из GDB. Теперь я еще сделаю kill. Видите, как он там назывался? Давайте так убью просто. А, это...
Так, сейчас тут у нас 100 программ, как всегда. Да. Минус 9 это то же самое, что минус kill написать. 33, 9, 45 и 34, 877. Все, вроде должно было остановиться. Как там, Jobs? Ну, ничего нет, да. Все, все программы, которые выпускал, я остановил. Так, давайте посмотрим дальше теперь. Переходим ближе к более сложным приколам. Во-первых, вы можете увидеть, что можно фикшн назвать вот таким вот стрёмным способом. Он позволяет просто не создавать структуру отдельно. Можно ее просто вот так вот прямо внутри создать. Вот это та же самая структура сегрегейшн, которую мы до этого здесь вот использовали. Только здесь она одной строчкой объявляется, потом мы кладем туда хендлера следующей строчкой, потом флаги следующей строчкой, и потом еще следующей строчкой вызываем сегрегейшн. А тут это все сделано в одну строчку. Если честно, я не смотрел, что там сказано в CodeStyle. Вот. Ну, вообще, нам вроде не запрещали так делать, поэтому я и тут так сделал. Что? Ну, что-то вроде лямбда-функции мы уже и до этого использовали, когда оно... Вот уже то, что мы вот так вот хендлер кладем как функцию, это уже похоже на лямбда-функции. Вот, но здесь это не лямбда-функция. Куда все делать? Так, да. Здесь не лямбда функция, здесь мы просто структуру объявляем в том же месте, где ее используем. Вот. То есть это то же самое, что если бы мы нужно было передать int, а мы бы сразу пятерку впихнули. Вот. Что здесь будет происходить? Здесь у нас создается ребенок. И если вы помните, у нас есть такие приколы, которые проверяют, как умер ребенок, ну, как завершил свое уклонение ребенок. И мы сейчас попробуем послать ему сигналы и посмотреть, что происходит. Обратите внимание, что здесь ставится обработчик сигнала до того, как делается форк, поэтому этот обработчик сигнала будет действовать и для ребенка, и для родителя. Вот, если бы я этот обработчик сигнала перетащил бы вот сюда, то есть в этот if, который выполнится только в ребенке, то в родителя обработчик сигналов уже бы такой не был выставлен. А вот вопрос. Если я сделаю какой-то процесс, который сделает детей, потом сейчас, я убью... Секунду. Если я сделаю процесс, который сделает кучу детей, потом я сигналом убью этот процесс, а потом дети просто естественным образом завершатся, и все, и больше ничего не будет? Да, что будет, если... если один процесс создал много детей процессов, и потом сигнал убили родителя, то да, они дальше завершатся, и их родителям назначится процесс init, то есть сам первый, который запускается, и он дальше дождется их выполнения и убьет их. Вот. То есть ничего критического не произойдет. Вот. Так, какой тут был вопрос? А, такой же, понятно. Да, то есть ничего страшного от этого не будет. По-моему, еще, кстати, если мы это сделаем в терминале, то, возможно, сразу дети тоже умрут, потому что они все запускаются в одной сессии, и если лидер сессии умрет, то вся сессия завершается, но тут я не уверен, я не готов сразу сказать. Мы сейчас можем это увидеть в любом случае. Так, да, что здесь будет происходить? Мы сейчас вместо обработчика сигналов, который... сейчас, секунду, что я хотел здесь сделать. А, да, пока что нам вот этот чат-хендлер нас интересует, у нас есть вот этот обработчик сигналов, который будет вызван, если мы будем кидать сигнал user1. Давайте я это скомпилирую. Это называется
сигнал как очевидно child. Если я запущу, теперь у нас получается parent PID это первый, а ребенка второй. Если я сделаю int ребенку 876, то у нас здесь exit сигнал 2. А, да, потому что я не тот сигнал послал. Но в любом случае мы сейчас увидели, что ребенок, мы родители увидели, что родитель спалил, с каким сигналом умер ребенок. Вот, то есть мы вот этот if отработал, мы увидели, что узнали, что ребенок погиб от сигнала. Наверное, короче, все, я ему больше говорить погиб. А ребенок завершился из-за сигнала, из-за какого-то сигнала, и дальше мы этот сигнал адаптировали вот здесь. Вот. Теперь, если я отправлю все-таки правильный сигнал, который и должен был быть, это он, этот сигнал user1, то есть он user1, и здесь PID 966, то мы видим, что произошел сигнал, и ребенок спокойно завершился с этим сигналом. Вот, то есть мы видим, что да, пришел сигнал, ребенок его словил, получил, напечатал сообщение got signal, и дальше спокойно завершился. То есть не помер, ну, в смысле, не завершился это сигнал. Вот, в целом, как мы и просили, то есть вот он хендлером обработал сигнал и пошел дальше выполняться, и спокойно закончился себе. Вот. Что бы мы могли еще сделать? Мы могли... Давай сейчас я убью просто... А можно чуть подробнее про то, что такое user1? Ну, как сигнал. Да, подробнее. Просто подробнее, что такое user1. Это... ну, у нас каждый сигнал, если мы посмотрим в... Сигнал, они... Каждый из этих сигналов имеет... Вот. У них какое-то достаточно семантическое название, которое используется обычно в каких-то специальных ситуациях. Например, вот SigPipe используется, когда мы в pipe что-то некорректно пытаемся записать. Не знаю, какие я еще могу сходу сказать. Ну, SigKill — это вот этот, который главный сигнал, который нельзя проигнорировать. Что-то еще SigContinue используется для того, чтобы продолжить выполнение и так далее. То есть они обычно все срабатывают в каком-то конкретном сценарии. Вот. Но это не мешает нам их использовать тоже, как мы захотим. Но они используют какими-то другими программами. Есть, но помимо этого, есть еще специальные сигналы, две штуки, которые называются SigUSR1 и SigUSR2, которые никак дефолтно не используются, то есть никаких программ их не используют. Они специально сделаны для того, чтобы мы могли их как-то поиспользовать. Вот. Чтобы не бояться, что какой-нибудь там системный вызов этот сигнал сделает или еще кто-то. Они говорят, что их операционная система не будет их использовать, и мы можем сами их как-то поиспользовать. Понял, спасибо. Да. Теперь, если мы запустим, давайте проверим, что если я убью, если мы завершим родителя 6, 2, 5, 1. А, то вот, кстати, его барбочек сработал. Но если я сделаю kill. Да, но с ребенком мы не увидим, что произошло. Да, давайте посмотрим, как мы можем это увидеть. Ну, мы сейчас чуть позже, да, пример этот разберем, что произойдет с ребенком. По-моему, это где-то раньше смотрели. Так, да, сейчас мы проверили ту же самую стандартную ситуацию, то есть у нас есть хендлер, и ребенки, и родители выставлены этот хендлер, и когда мы посылаем этот SigUSR1, то оба они... ничего критического не происходит, они просто обрабатывают эти сигналы, и выполнение продолжается дальше. Однако мы можем... вообще, когда мы запускаем какого-то ребенка, нам хотелось бы знать, что с ребенком что-то происходит. И такой механизм есть. Мы можем поставить в родителя специально еще в рабочих сигнала сигнала, который называется SigChild, у которого дефолтное действие это игнор. То есть если мы вот этот сигнал не выставим, и он придет кому-то, то ничего не произойдет, он проигнорируется. Вот. Но мы можем поставить в нее специальный обработчик, и
этот сигнал нам будет приходить в том случае, если ребенку, которого мы породили, пришел какой-то сигнал. Вот, в данном случае хендлер, который я выставляю, пишет, что child killed, или давайте мы будем, не будем больше писать kill, а будем писать child got signal. Вот, ребенок пришел сигнал, и родитель, вот этот обработчик выставляется только в родителя, обратите внимание, он будет... вот. Да, ребенок вот здесь вот завершится, и до сюда он не дойдет, а это будет выставлено только в родителя. И сейчас родитель увидит, что с ребенком что-то произошло. Давайте я заново скомпилирую, чтобы корректное сообщение получить. Да, и если теперь я сделаю kill... Давайте сначала USR1. 3, 6, 4, 3, 2. Вот, мы видим, что ребенку пришел сигнал. Ребенок не упал от этого сигнала. Вот, то есть он его обработал, потому что у нас есть обработчик сигнала. А в родителя пришел сигнал номер 17. Вот это сообщение напечатано из родителя. И мы видим, что вот это, кажется, это у нас... Что это? Да, это процесс, который убил. Что хотелось бы сказать вообще? Ладно, видимо, это ID, который, процесс, который его убил. 3, 6, 4. Это ID ребенка, видим. Ну, не важно, короче. Главное, что мы можем получить отсюда сигнал, которым был... неправильно. Это не сигнал, которым был ребенок, это сигнал, который получил родитель. Вот. А этот сигнал у нас... тут не написан, но на самом деле это номер сигнала CCLD. Вот, родитель его получил в тот момент, когда мы послали сигнал ребенку. Вот. И таким образом мы можем сейчас попробовать еще по-другому это сделать. Если я отправлю ребенку сигнал 6, если отправлю ему kill, например, вот, то мы видим, что вот это мы сейчас увидели. Во-первых, родителю пришел сигнал номер 17. Это SIG-CLD сигнал, который родителю дал понять, что ребенок получил сигнал. Неизвестно, умер он от этого, не умер, но он сигнал получил, и родитель об этом осведомлен. А после этого, поскольку мы ребенка убили, отправили ребенку сигнал kill, то он сам завершился от сигнала с номером 9, потому что kill — это сигнал с номером 9. И вот здесь вот мы в конце получили его... вот. У нас сработал, во-первых, вот этот if из-за того, что ребенок завершился из-за сигнала, а во-вторых, сработал вот этот макрос, и мы узнали номер сигнала, из-за которого ребенок завершился. Вот. Да, это вот то, что я хотел здесь сказать. Понятно ли вообще, что происходило? Выглядело достаточно сумбурно. Давайте я поясню, если что-то непонятным осталось. Нет, вот этот первый SIG-экшен, он и для ребенка, и для родителя, а второй SIG-экшен, он выставлен только в родителе, то есть сигнал SIG-CLD будет ловить только родитель. И он... вызовется, вот этот вот хендлер, который мы тут поставили, вызовется только в том случае, если в ребенка пришел сигнал. Неважно, какой, любой. Вот. Понимаете, как мы выставим только в родителя. Ну, не обязательно, что убили. То есть мы в тот момент, когда приходит вот этот сигнал, мы не знаем, что именно произошло с ребенком. Мы знаем, что пришел сигнал. Вот. Обработает он этот сигнал или не обработает, мы узнаем только после, когда мы дождемся его завершения. Вот, то есть завершился ли ребенок от сигнала, то есть, ну, умер, соответственно, или он завершился, или он обработал как-то сигнал и завершился сам после этого, мы узнаем только вот здесь, вот, когда мы сделаем wait. Ну, соответственно, вот здесь, вот в этой строчке, по заполнению строчки мы узнаем. Да.
может, тогда это проигнорируется. Ну, давайте мы сейчас прямо это здесь и проиллюстрируем. То есть я сделаю sleep 20. И если я... успею убить, отправить сигнал Q до того, как выставится обработчик, то вот, ребенок уже не существует, а родитель до сих пор не понял, что что-то пошло не так. Вот, он этот сигнал проигнорировал, потому что дефолтная реакция — это игнор этого сигнала. Вот. Какие-то вопросы еще? Где? Да, мы в тот раз обсуждали, что из-за того, что код обработчика сигналов просто вклинивается в стек, и он может, например, быть прерван каким-то другим обработчиком сигналов, и вообще это какое-то нестандартное поведение, потому что это действие происходит асинхронно с основной программой. То есть мы не можем предугадать, в какой момент нам вклинится обработчик. Из-за этого нельзя использовать некоторые функции, точнее, на самом деле, почти все функции, которые есть в стандартной библиотеке. Потому что, например, printf использует буфер, как-то хитро, он может сделать несколько системных вызовов, и какой именно будет последовательность этих системных вызовов, куда именно он будет складывать, будет ли его буфер тем же самым, а после обработки сигнала, мы гарантировать не можем. Вот, поэтому использовать функции стандартной библиотеки нельзя в обработчиках. Вот. Можно использовать write и все такое, вот. Но стандартные функции нельзя. И здесь вот это мы сейчас нелегально делаем, чтобы не заниматься вот чем-то, вот, где было ужасное что-то. Вот, да, чтобы вот этим вот не заниматься. Ну, я верю, что есть лучший способ, но я только так выглядел сейчас. Хорошо. Какие-то вопросы по этому поводу есть? Да, есть вопрос. Во втором SIGaction, SIGchild, это сигнал, который ребенок с которым, который ребенок получает, который ребенок отправляет. Можно вот про это? Да, вопрос из Zoom, что за сигнал SIGchild. В общем, этот сигнал придет, отправится дополнительно, как только в ребенка придет какой-то сигнал, вместе с этим дополнительно еще отправится сигнал в родителя, который породил этого ребенка. Вот, то есть это не сигнал ребенка, это... конкретный сигнал, который говорит, что в ребенка пришел какой-то другой сигнал. Вот. Ну, как индикатор. Индикатор, да. Это индикатор того, что в ребенке что-то произошло. Это поведение по умолчанию? Или это потому, что мы что-то такое написали? Нет, это поведение по умолчанию. То есть вот этот сигнал отправится, ну, полагаю, ядром, в том случае, если в ребенка что-то пришло. Вот. То есть мы это никак не можем проконтролировать, это всегда будет происходить. А мы просто регулируем реакцию на него. Да, мы можем выбрать реакцию, которая произойдет, когда этот сигнал придет. Вот. Дефолтная реакция — игнор этого сигнала. Мы, кстати, сделать, чтобы не функция какая-то вызывалась, а именно там игнор поставить или там кью, ну, в общем, чтобы он как-то реагировал на это без функции. Да, что мы еще можем делать с этим SIGchild? Мы можем здесь, естественно, сделать вместо SIGaction, можем написать SIGign, по-моему, да, SIGignore. Тогда здесь будет, этот сигнал будет проигнорирован родителям. Или мы еще можем сюда поставить SIG... где? Нет, DFL. Да, видимо, DFL. Тогда будет дефолтное действие. Но здесь дефолтное действие тоже игнор. Вот. И кроме этого, на самом деле, мы еще можем как-то повлиять на поведение при этом сигнале. Давайте мы зайдем в man. И тут sigchild. Здесь еще есть... вот. Еще мы можем специальный флаг передать, который называется noCLDStop. Вот. Если мы этот флаг передадим, куда мы его передадим? Мы его передадим вот сюда, вот аналогично, вместе с вот этими вот флагами, которые мы сюда флаги устанавливаем. И если мы сюда передадим дополнительно флаг noCLDStop, то нам будет приходить сигнал SIGchild не во всех случаях, а если ребенку пришел один из вот этих вот сигналов,
Вот, то есть, например, если он пришел сикстоп, то есть когда мы его остановили, то родитель об этом узнавать не будет. Вот. Мы говорим, что нас этот сигнал интересует, нам интересуют только важные сигналы, а то, что его там кто-то остановил, нам без разницы. И в таком случае, если мы такой флаг установим, то можем хоть 100 раз сделать стоп ребенку, родители об этом не узнают. Да, вот. Ну, еще есть поведение, можем no tell the wait сделать. В таком случае он ребенок, после того, как ему придет какой-то сигнал, он не будет переведен в состояние зомби, он сразу же перестанет существовать, и родитель тогда как-то... что это для родителя означает? Это означает, что вот здесь вот родитель никого не дождется. Вот, это мы тоже можем порегулировать поведение ребенка в таком случае. А можно как-то внутри родителя понять, какой сигнал пришел ребенку? Да, вопрос, можем ли мы из родителя понять, какой сигнал пришел ребенку? Да, мы можем. Мы можем это вытащить отсюда, из структуры сигнов, вот из этой. Кажется, как-то мы это можем сделать. Это нам нужно, опять же, sigaction и sigInf. Да, и здесь, возможно, это вот это сигнал будет. Давайте его напечатаем, проверим. Ну, сразу же понадеемся, что это сигнал ребенка. Сейчас. Child signal. И тут сигнал. Неправильно. Так, что тут идет не по плану? Тут нужен... Да, о, кстати, оказалось, что мы не можем SIG-IGN туда поставить, но уверен, что есть альтернатива этому. Так, и теперь, что я хотел проверить? А, да. Делаем kill и ребенка 7-7-9. А, да, потому что тут же еще у нас sleep стоит. Нет, это не сигнал ребенка. Ну, как-то можно. Я думаю, что это можно, но сейчас я не готов об этом сказать. То есть нужно посмотреть эту структуру. Думаю, что можно как-то узнать сигнал ребенка. Нужно... Хорошо, понял. Окей. Так, пара закончилась, да, видимо? Ладно. Окей, тогда давайте я... Что? Расставлю оценки. Давайте мы посмотрим, кто был. Так. Стоп, подождите, не уходите. Я никого не... Нет, я могу продолбаться с оценками. Давайте сейчас их поставлю. Сорян, что я чуть задерживаю. Так, можете подназываться, пожалуйста, как-нибудь? Те, кто, во-первых, сейчас в классе. Да. Кто такой? Просто Кристина. А какое сегодня число в курсе? Значит, вот сюда, видимо. Так. Дальше.
Кузьмин Максим. Так. Так, у меня, кажется, сотка вынесла. А, нет, на месте. Так, все, хорошо, те, кто сейчас тут был, я вас проставил, вам удачи, вы можете идти. Теперь люди, которые онлайн. Пока. Так, я точно помню, что Олег, Михаил и Александр говорил, Анна говорила что-то? Там кнопка, да, справа есть. Так, ладно, тогда вы секунду тут не уходите, я, ну, будете уходить, а те, кто... Пока. Так. Капулов, Олег. Я проставил 100. Все, можешь идти. Спасибо. Спасибо. А за предыдущее занятие ты уже проставил или нет? Просто... На предыдущий я должен был, я проставил еще на паре, но я продолбался и проставил не в ту колонку. Вот, это типа, оно проставилось в предпредыдущее, та, которая у нас отменилась пара. Угу, хорошо, вот. Понял, спасибо. А если там нет, то пиши, я проставлю. Ой, сейчас, а предпредыдущее, это получается какое число? 24-е? Это... Нет, или... стоп, 20... Нет, это 10-е. Так. Я тоже проставил. И крайне. А вот у меня 10.03 ничего нет. Так, и Крагин тоже проставил. Все. А что, какой еще раз вопрос? У меня нет ничего за 10.03. Вот. То есть, так, если я правильно понял, ты сказал, что за предыдущую пару ты проставил, ну, не за 17.03, да, да, а неделю раньше. Вот, у да. меня 10.03 нет оценки, хотя я на предыдущей паре... Я сейчас, поставлю, это я помню, что ты что-то делал. Ой, сейчас. Так, да, я сейчас проставлю... Да, действительно не стоит. Возможно, я промахнулся. Ну, кто-то получил, ну, вот лишний балл, получается. Все, сейчас Ковинский должен был появиться. Ну вот, может, Ковинский и Руслан, это как раз и есть промах, потому что я с ним в одной группе, так формально, но я его не знаю вообще. Ну ладно, пусть он тогда получил лишний балл. Хорошо. Спасибо. Я сейчас все корректно, да? Да, все, класс. Пока.